Здорово всем, ребята, я Антуха на проводе, и прямо сегодня покажу новое секретное крафтовое обновление 0.20.0. Прожмите за это огромнейший лайк, обязательно подпишитесь на мой канал, потому что прямо сегодня покажу невероятные новые крафты. И мы скрафтим такие скины, что просто будете в шоках, потому что, ребята, я купил очень много разных легендарок. Я даже купил легендарки с Origin, коллекции, статреки, легендарки. Ё-моё! Ребята, пристегнитесь, мы взлетаем! Я вам сейчас расскажу небольшую предысторию. Мой подписчик мне рассказал то, что он скрафтил новый ножичек Кокрит. Да, если это будет правда, то это будет очень круто. О, я только что купил еще одну юмпишечку. Ну что же, ребята, с чего же мы начинаем наши крафты? Конечно, с всего самого-самого дешевого. Начнем, ребята, с рарочек. Вы не поверите, но рарки тоже с Origin коллекции. Большинство рарок это Origin коллекция. Пока что, ребята, все будет максимально лайтовенько. Крафтим, крафтим, крафтим. А, халай, махалай, дорогой эпик, выпадай. На, выпал FN Fall Tactical. Чё? Да там почти все скины были с Origin коллекции. Это чё за... беспредел-то, а? Так, окей, крафтик номер 2. Мы делаем прямо сейчас 8 скинов с Origin коллекции и 2 скина с любой другой коллекции. Я очень надеюсь, что нам выпадет какой-то крутой новый скин. Ну чё, пощеным, вы готовы? Конечно, вы готовы, ребята. Хэй, что я Кент, не Пепа? Кто напишет в комментариях, что я Пепа, ребята? Тот сам вонючий Пепа, ясно? Поехали! Опа, P350, не он! Он же дорогой! Он реально дорогой! Сколько он стоит на рыночке? Мне же интересно стало! Сколько он стоит на рыночке? Так, а где P350? P350, ты где там запрятался, сладенький? Ты мой бабиджончик! Так, починай P350, куда-то пропал. Ладно, окей, продолжаем делать дальше крафт. Ребята, у нас очень много рарок. Именно с Origin коллекции. Тут крафти, не перекрафти. Ну что же, погнали? Конечно, погнали. Опа! P90 гуль. Кстати, он стоит, кажись, 60 голды. Очень-таки неплохо. Вы думаете, ребята, я сдамся? Не-не-не, ничего подобного. Идемте дальше, крафти рарочки. Так, опа. Ну что ж, халай-бахалай, крафтик. Нам Аркану давай. Ну, Аркан, конечно, вряд ли выпадет. Ну, хотя бы какой-то эпик с Origin коллекции. Можно? Конечно, можно. P90 гуль. То, что доктор прописал. То, что я, ребят, красный обожаю. Ну что же, а сейчас мы приходим к самому интересному. Это, ребята, крафты эпиков. Ну как, не самое интересное, но это тоже уже поинтереснее. Так, все, поехали. Крафтик эпиков. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Опа, опа. Америка, Европа. Оу! М4 Некромансер! Обалдеть! Вот это я понимаю, сегодня явно мой день. Ну что же, делаем следующий крафт, и мы сейчас прямо подходим к самому-самому интересному. Так, ребят, сейчас у нас просто крафтик, просто крафтик! Просто обычные эпики! Так, ну что же, Origin коллекция, я тебя очень люблю, я очень надеюсь, что ты мне выпадешь. И то, что ты будешь нормальным, ровным, четким победжоном. Ребят, я на эти крафты потратил примерно 20 тысяч голды! Поэтому, если ты еще не подписался на мой канал, еще не прожил лайк, я не знаю, что ты делаешь. Поэтому давай, родной, лайк, подписочка. Ну че, пацаны, нам выпадает Акардас Рейлган. Какой же он красивый, ребята, вы посмотрите на эту солнышко. Бог! Ля, ребята, я тупо потек. Так, погнали теперь крафтить эпики статреки. Сейчас, ребята, будут очень, прям очень интересно. Знаете почему? Потому что необычный крафт эпиков. В этом крафте эпиков будут присутствовать один скин из Origin коллекции. Если мне очень сильно повезет, а как вы знаете, я очень везучий человек, то возможно прямо сейчас мы скрафтим эмочку, некромансер, статрек за 5к голды, а потом с нее можно скрафтить еще что-то. Ну что ж, ребята, надеюсь, вы готовы. Я закатываю рукава. Ух, выдыхаю и говорю волшебное заклинание. Абракадабра! Origin! Легендарка, выпадабра. Давай, иди сюда, иди, иди, иди. Не, ну это почти уже ни в какие рамки не лезет. Это уже ни в какие ворота не лезет. Ну это что за беспредел-то такой? Так, ребят, ладно, делаем крафтик дальше. Окей, не расстраиваемся, все нормально, все хорошо, ребята, Ареза, мы не такие. Ну что же, вы готовы к крафту? Блин, ну с этой крафт еще интересом не выпадет. Но дальше будут такие крафты. Вы просто не поверите своим глазам. Поэтому, ребята, мой вам совет. Присядьте, если вы стоите, потому что дальше будет очень интересно. Ну что же, обратно Desert Eagle Orochi легендарка. Спасибо, конечно, большое. Ну, я якобы хотел бы чуть-чуть получше. Так, делаем крафтики, делаем. Блин, такое ощущение, что эти эпики не заканчиваются. Как будто их становится все больше и больше.
Ну что же, абракадабра! Легендарка дорогая, выпадабра. И... дропаж некромансер! Но, ребята, кажись, он очень дешевый. А, 600 голды! Не, ну как? Хэштег непогано! 600 голды, ребята, ну ё-моё! Так, ну что же, погнали делать дальше крафты эпиков. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну что же, делаем еще один крафтик. Надеюсь, этот раз мне повезет точно так же, как и предыдущий. Блин, я такой звук из звука, будто дверь скрипит. Опа, статрик М60 грунж. И сколько ты стоишь, дорогуша, сколько ты стоишь? Чего? 88 голды? Не, ребят, нам такое не надо, нам такие крафты не нужны. Опа, опа, Америки, Европа, Азия, Евразия, что за безобразие? Ну что, ребята, хэштег, хэштег, у кем-то большой побежон. Ну что, пацаны, смотрите, завидуйте, я убиваю дорогие скины. Эти другие скины, это что за какаха? Так, ребят, у меня есть еще один очень интересный крафт, потому что если с этого крафта нам повезет, то с этого крафта нам может выпасть Origin, Origin Epic. Вы просто представьте, если прямо сейчас, вот я, смотрите, я делаю 8 скинов с Fable коллекции и 2 скина с Origin коллекции. Если прямо сейчас звезды сойдутся, не знаю, мне повезет... Просто сегодня будет лучший день моей жизни, лучшее видео моей жизни. Ну что же, ахалай, махалай, Origin коллекция. Эпик нам, давай, папа! Блин, Fable коллекция, ну ё-моё, опять мы потратили очень. Ребят, я на это видео реально потратил 20к голды. Это капец как дорого. Ну ладно, что не сделаешь ради контентика. Ну что же, теперь погнали к самому интересному. Это эпики. Как мы будем делать крафты? Смотрите. Мы брали 3 скина с оружия коллекции и выбираем 7 скинов с обычной. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, ништячок. Если нам повезет, то нам выпадет Origin коллекции. Если же мы, ребята, ну быгали мои пепы вонючие, то нам выпадут какие-то бесполезные скины, типа АВМа Генезиса. Ну что же, надеюсь, вы готовы. Потому что я готов. Чики-бабоня, поехали! Что? 5-7 Venom, это же просто капец. Этот крафт стоил больше 1000 голды. 5-7 Venom. Этот крафт стоил 1400 голды примерно. Зашибись. Честно говоря, после таких новых крафтов как-то и крафтить не хочется. Ладно, поехали дальше. Обратно выбираю 3 скина с Origin коллекции и выбираю 7 скинов с других любых коллекций. Пожалуйста, так, РТХ. Сладенький, маленький, бабиджончик тому любимый. Я тебя умоляю, не подведи, сладенький. Пупсик, давай. Давай. Хэштег давай! Хэштег давай! Ну что, сладкий, давай! Ну! Что? Второй раз подряд! Второй раз подряд! Тише, выдыхай, просто выдыхай! Почему такая черная полоса? Еще всю голду потрачу! Чисто, ребят, черная полоса! Не-не, мне уже как немножко не по себе. Ладно, делаем крафт еще раз, только знаете что? Давайте в этот раз я сделаю 4 скина с Origin коллекции. Не 3, 4! Все, ребята, вот сейчас просто играю по-крупному, пожалуйста, я умоляю. Origin коллекции ради меня, ради семьи, ради всего, с чего только можно. Дай КРТХ, КРТХ! Или ножичек кукри, тоже будет неплохо. Ну что, ребят, вы готовы? Вы готовы? Поехали! Да это просто как проклятие, что за карма? Я не пойму, я что, какую-то бабушку сегодня отпишу на переходе не пропустил? Или я не знаю, кому-то дерево перешел в не том месте? Что за ерунда, как? Ну что, вы готовы? Вы готовы? Опа, опа, Америка, Европа. Ну что, ребята, вы готовы, да? Прямо сейчас в этом крафте у нас обратно 3 скина с Origin коллекции. Если мне и в четвертый раз не повезет, я официально скажу, вы не сразу крафтите 10 скинов с Origin коллекции, чем делать 4 крафта, и в каждом будет по 3 скина с Origin коллекции. Ну что, пацаны, ауф. Да как? М4, самурай! Так, ладно, ребят, выдыхай, выдыхай. Все хорошо, только добро и позитив. Ну что, ребята, а теперь-то мы начинаем делать серьезные крафты. Вот прям серьезные. Это легендарки. Ой-ой-ой-ой-ой, легендарочки мои-то любимые. Я сейчас даже беру один акарник-романсер. Так, ну что, почему? Вы готовы, да? Это будет очень дорогой крафт. С вас, ребята, лайк и подписка равно у кенте огромная. Сосиска. Ну что, пацаны, погнали, Ариса, метро, Львину, работаем. Поехали, пацаны, поехали, поехали, поехали.
Это просто трындец! Я тебя ненавижу, я твой рот труба шатал! Опять статрек! Опять это вином, вином! Вином, теряйся в ужасе! Самое главное, случайно, не скрафтить вот это корень кромансера, то, ребята, я буду очень громко кричать. Арканочка! Статреком 47. Слушай, я даже не знаю, мне радоваться или нет. А сколько ты стоишь, да? Дорогой ты мой, 600 голды! Блин, ребят, а походу мы в минусе. Походу мы в минусе. Ладно, делаем еще один крафт. Только давайте выберем в этом крафте Furious коллекцию. Давайте даже два скина с Furious коллекции. Ну а вдруг, ребята, произойдет нечто невероятное. Ну а вдруг мне повезет. А мало ли. Ну что же, поехали. Статрек, Фомас Юрий! Имба! Вот ты понимаешь, сколько стоишь ты, сладенький. 1150 голды. То, что надо, то, что доктор прописал. Ну и прямо сейчас у нас остается ровно последний крафт. Что же мне с ним выпадет, мне очень интересно, потому что тут очень много разных скинов с разных коллекций. Ну что же, ребят, вы готовы? Если вы готовы, хэштег! Я готов. Ребят, я готов, главное держаться. Ножичи кукри, я тебя прошу, кукри, 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 кукри! Что? Мать моя женщина, да за шо? Уважаемые побежунчики, я вас очень сильно всех люблю. Обязательно прожмите лайк, если под это видео. Подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Если вы на халяву хотите получить 3 косаря голды, прямо сейчас пришли ко мне в телеграм-канальчик по ссылочке в описании. Жду всех там, потому что прямо сегодня это будет розыгрыш промиков плюс лишит меня голды. Все, пацаны, всех обнял, приподнял. С вас подписки на YouTube, на телегу и на инсту. Всем удачи, всем пока.